Праздник молдавской культуры развернулся в верхнем городе. Несмотря на погоду, всех ждал по-настоящему теплый прием. Соленья молдавские. Все у нас молдавская кухня. Значит, должно быть все по-молдавски. Кабачочек свежий, очень, кстати, полезный. Изобилие солений, пирогов и шашлык. Фирменное блюдо можно не только попробовать, но и попытаться приготовить самим. В помощь опытные повара. Визитная карточка Молдовы – вина. Свою продукцию на празднике представили ведущие производители страны. Мы торгуем очень неплохо здесь. Мы занимаем половину рынка белорусского винного. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы общение было более тесным. Атмосферу солнечной Молдовы создают музыканты и танцоры. А завтра исторический центр столицы приглашает на День культуры Израиля.